Приветствую вас, друзья! Представляю вам новинку 2024 года. Крезорубы для сложного доступа. У нас большой ассортимент крезорубов, как вы знаете. Очень большое количество мастеров используют эти инструменты. И, собственно говоря, в этом есть своя логика, потому что эти инструменты действительно удобны для работы с рубцами. Но и не только, так как вот это радиусное окончание, оно позволяет, в принципе, прорабатывать любые типы вмятин. Вот, особой техникой, техникой такого скольжения, перекатывания ее по поверхности. Вот. А эти крючки помогут вам сделать то же самое, только в труднодоступных местах. Ну и радиусные окончания позволяют глубоко проникать в полости, делать это беспрепятственно, так как верхний загиб, угол его не мешает проникновению крючка. Крючки плоские по всей длине, имеют такой вот прямоугольный, можно сказать, профиль 5/6 и очень мощные, то есть если вы выполняете какие-то мощные работы, то есть, ну, в особенности это алюминий, конечно, вот, то можете не бояться работать этими крючками, это силовой мощный инструмент. Оснащены они поворотными рукоятками, правый и левый крючок, то есть это парные крючки для удобства работы. У них вот такой вот радиус, у них такое ножевидное окончание вот этой части, можно подрезать герметики, можно прорабатывать уже непосредственно шагрень острием и силой поднимать радиусом поверхность. Поэтому крючки очень эффективные, удобные и поступили в продажу. Артикул я прикрепляю. Это не все по крезорубам для сложного доступа, будут и другие варианты этих крючков. Ну вот, в данный момент презентую вам вот эту вот пару. Она уже поступила в продажу. Всего доброго.